Глубоко уважаемые коллеги, президиум, вашему вниманию представлю сообщение на тему дерматологической токсичности. Наверное, конечно, это состояние не такое серьезное, не жизнеугрожающее, проявление различных видов токсичности, как кардиологическое или другие состояния, которые могут возникать в результате противоопухолевого лечения. Но дерматологические реакции могут в значительной мере снижать качество жизни пациента. И в дальнейшем, помимо снижения качества жизни, если не контролировать эти процессы, это может приводить к развитию вторичных осложнений, инфицирования, нарушения целостности кожного барьера и уменьшения дозы или отмены препарата, что уже является для пациента жизнеугрожающим состоянием. То есть изначально, конечно, проявления на коже, они, может быть, не такие серьезные, но могут приводить к последствиям, которые для пациента могут стать фатальными. Поэтому для нас, для дерматологов и для онкологов, наверное, знание кожных реакций, дерматологических осложнений достаточно важно, чтобы в дальнейшем мы могли проводить противоопухолевую терапию и не снижать дозу или не отменять ее вовсе. На сегодняшний день известно достаточно большое количество кожных реакций. На слайде представлены основные, о которых мы сегодня поговорим. И, наверное, что хотела сказать. Конечно, кожные реакции в большинстве своем можно профилактировать, в отличие от каких-либо других осложнений противоопухолевой терапии. Но за исключением тяжелых токсических реакций, синдром Лоелла или Стивена Джонсона, здесь профилактики не существует, но существует лечение. Но в основном, конечно, для большего количества кожных реакций есть на сегодняшний день инструменты для профилактики и для лечения. Здесь, конечно, важно, чтобы и дерматолог, и врач-онколог владел этими инструментами, потому что не всегда к нам, к дерматологам, попадают такие пациенты на прием, и онкологи сами самостоятельно занимаются, безусловно, такими пациентами, но что не всегда, конечно, приводит к хорошему результату. Поэтому хотелось бы, конечно, таких пациентов на приеме у дерматолога видеть больше. Но что хотелось бы сказать, что из-за большого количества и разнообразия высыпаний и токсических реакций на коже при применении противоопухолевой терапии, здесь сложность возникает и в дифференциальной диагностике, и как следствие в неправильной дифференциальной диагностике и неправильном назначении лечения таким пациентам. Вот хотелось бы сразу обратить внимание на такой слайд. Здесь на коже представлены высыпания, сгруппированные, локализованные. Пациент обратился за консультацией на фоне противоопухолевой терапии. И это было расценено как возникновение какой-то токсической реакции на препарат. Но хотелось бы заметить, что не всегда пациенты, которые получают противоопухолевую терапию, обязательно должны иметь какие-то токсические реакции. Есть еще достаточно большое количество дерматологических заболеваний и обострение дерматологических заболеваний или вновь возникших, которые мы обязаны знать и диагностировать. То есть в данном случае на слайде, конечно, это не кожная токсичность, не дерматологическая реакция, а обыкновенный герпес, который был пролечен успешно, и пациент без уменьшения дозы получал противоопухолевую терапию. Какие критерии на сегодняшний день существуют для нас, дерматологов и онкологов, для оценки степени тяжести кожных проявлений? Это площадь поражения, выраженность субъективных ощущений у пациента, нарушение повседневной жизнедеятельности и объективное ухудшение клинической картины со стороны кожного процесса. Наверное, начну с самого распространенного состояния, которое есть практически у всех пациентов, которые получают или должны будут получать противоопухолевую терапию. Это ксероз или сухость кожи. Казалось бы, в принципе, незначительная кожная реакция, которая может приводить к снижению качества жизни у пациента и невозможности дальнейшего проведения иногда противоопухолевой терапии. Хотя это состояние прекрасно профилактируется на этапе до назначения лекарственного лечения или во время. По лечению и профилактике здесь все достаточно просто. Пациенту необходимо объяснить, что в момент получения противоопухолевой терапии возможно такое состояние. Ему необходимо ежедневное использование мягких моющих средств
и эмольентов, или увлажняющих средств, или кремов. Это является профилактикой. Если мы не можем справиться именно назначением профилактического лечения с таким состоянием, то здесь все тоже достаточно просто. Мы добавляем топические глюкокортикостероиды. И, как правило, при назначении базового, хорошего, правильного ухода эмольентов и топических глюкокортикостероидов, какие-либо жалобы со стороны пациента уже проходят. В принципе, здесь несложно, с таким состоянием не обязательно отправлять пациента к дерматологу. Наверное, и онколог может с этим справиться, если время позволяет. Такое состояние кожи, как пятнисто-папулезная сыпь, развивается, как правило, по типу токсикодермии. Высыпания распространенные, представлены отечными папулами, бляшками. Конечно, безусловно, в данном случае такой пациент должен быть консультирован дерматологом. И купируется это состояние системными глюкокортикостероидами и также назначениями нашими топическими любыми средствами, уходом за кожей и топических глюкокортикостероидов в том числе. На фоне вот таких высыпаний не обязательно приостанавливать противоопухолевую терапию, достаточно правильно назначить лечение, уход за кожей, и пациент может и дальше получать противоопухолевую терапию. Ладоноподошный синдром, ладоноподошная кожная реакция. Два таких состояния, которые мы часто наблюдаем. Ладоноподошный синдром, наверное, это более такое известное состояние, с которым онкологи хорошо справляются. Как правило, это высыпание симметричное, с отеком, эритемой. Чаще всего локализуется на ладонях. И появляются эти высыпания при применении химиопрепаратов, таких как капицитабин, 5-флуорацил, доксорубицин. Но, наверное, больше интерес вызывают ладоноподошные кожные реакции, которые чаще всего мы видим при применении регорафениба, сарафениба, сунитиниба. Такие пациенты, как правило, обращаются с жалобами на гиперкератоз. Чаще всего эти высыпания локализуются на стопах с эритемой, волдырями, гиперемией. Что важно здесь? Оценить степень тяжести этих высыпаний. Здесь степень тяжести 4. Конечно, когда это первая степень тяжести, и мы видим только эритему, отек и шелушение, которые не влияют на повседневную жизнедеятельность, не всегда такие пациенты будут обращаться с какими-то жалобами. И в основном, конечно, мы уже занимаемся пациентами, у которых высыпания имеют вторую, третью и четвертую степени тяжести, когда уже такие кожные процессы ограничивают жизнедеятельность и не дают возможность пациенту вести привычную жизнь и получать противоопухолевое лечение. На слайде представлен пациент с ладоноподошной кожной реакцией, которым, в принципе, могла бы и не возникнуть, если бы вовремя, до начала противоопухолевого лечения, пациента посмотрел дерматолог, либо онколог смог назначить ему или дать те рекомендации, которые бы не привели к таким последствиям. То есть уже когда мы видим кожную реакцию, тут, безусловно, что мы можем назначить? Мы назначаем топические глюкокортикостероиды сильного класса 2 раза в день на 10 дней и желательно под окклюзию. Обязательно, конечно, это эмольенты и кератолитики. Пациентам в момент получения противоопухолевого лечения рекомендовать какие-либо аппаратные процедуры или что-то агрессивное для того, чтобы убрать излишки кожи, нельзя категорически. Поэтому это, конечно, должны быть кератолитики, те средства, которые могут удалить излишки кожи, уже не травмируя ее. Такому пациенту не нужно назначать системное лечение для купирования кожной реакции. Достаточно топических препаратов. Это глюкокортикостероиды, еще раз повторю, и после того, как мы купировали основной процесс, мы назначаем на длительный период. Это дерматотропные препараты, такролимус или пимикролимус. На сегодняшний день это все возможно. Для всех пациентов, у которых ожидается возникновение ладоноподошной кожной реакции, мы, безусловно, должны проводить
осмотр ладоней и подошв во время каждого визита и перед началом противоопухолевой терапии. Также выявление и лечение кожных заболеваний, если они есть до начала противоопухолевой терапии, потому что, конечно, наличие кожных заболеваний будет, безусловно, являться фактором риска. Ну и выявление фактором риска для всех пациентов, у которых появилась подобная реакция. Это и те пациенты, которые будут получать комбинацию препаратов, это молодой возраст, пациенты с нарушением функции почек и печени, с сопутствующими кожными заболеваниями и пациенты с ожирением. Профилактически, что мы можем сделать до начала противоопухолевой терапии? Врач-дерматолог или врач-онколог? Он, безусловно, может рекомендовать до начала аппаратный педикюр, чтобы привести в порядок кожу стоп. Это ежедневное нанесение смягчающих средств с мочевиной и рекомендовать пациентам беречь кисти и стопы от трения и повышенной температуры. Казалось бы, рекомендации очень простые, но не всегда эти рекомендации проговариваются. Иногда пациенты говорят, что нам вообще об этом никто не говорил до начала лечения. И, наверное, в принципе, здесь важнее всего профилактика, чем лечение. Потому что, когда уже возникла реакция, конечно, инструменты есть для ее купирования, но не всегда это удается сделать. Иногда это приводит, конечно, к редукции дозы. Для лечения мы чаще всего используем здесь топические глюкокортикостероиды, мометазон, метилпреднизолон и более сильные стероиды, и дерматотропные средства, пимикролимус 0,1%. Об этом часто забывают коллеги, и после короткого курса топических стероидов на том лечение заканчивается. Но если не забывать о дерматотропных средствах, возможно, что и впоследствии таких реакций не появится, или она не будет настолько выраженная. Ну и, наверное, вот самое распространенное, с чем пациенты обращаются к дерматологу, и, наверное, врач-онколог видит в своей практике, это акноподобная сыпь, которая относится к акнеиформным дерматозам и значительно отличается от высыпаний у пациентов с обыкновенными угрями, так скажем, с обыкновенными прыщами. И лечение, которое мы назначаем, оно тоже основательно отличается от того, что мы назначаем подросткам или пациентам с обыкновенными угрями. То есть такие высыпания, как правило, появляются спустя 2-3 недели от начала лечения. Эти высыпания цикличные и дозозависимые. Ухудшаются после инсоляции, поэтому не забываем рекомендовать пациентам, которые будут получать противоопухолевую терапию, солнцезащитные средства. Такие высыпания болезненные. Локализуются часто в сиборейных зонах, на волосистой части головы, кожи груди, спины. И эти высыпания значительно снижают качество жизни пациентов. Такие пациенты часто, если это высыпание уже распространенное, не могут выходить из дома. Иногда даже приходится прекращать или снижать дозу противоопухолевого лечения, что, в принципе, с проблемами дерматологическими, наверное, не совсем допустимо, потому что мы их можем хорошо корректировать. Степени тяжести 4. Конечно, первую степень тяжести и вторую, наверное, и врач-онколог может справиться с назначением наружного лечения. Ну, а дальше уже это либо коллегиальное, либо если это уже четвертая степень тяжести, это уже, конечно, жизнеугрожающее состояние, которое требует лечения в стационаре. Здесь речь идет о токсическом эпидермальном некролизе, конечно, который требует отмены препарата и лечения этого состояния. К примеру, вот такая пациентка с акноподобной сыпью первой степени тяжести. В принципе, здесь все довольно-таки просто. Пациентке необходимо назначить базовый уход, топическое лечение, это глюкокортикостероиды или комбинированный препарат, топический глюкокортикостероид с противомикробным препаратом. И в дальнейшем это такролимус 0,1% на один раз в день на длительное применение, до 6 недель или даже больше. В принципе, этого достаточно, такая сыпь будет купирована на этапе развития. Вот такая интересная пациентка обратилась на прием. Пациентка имеет диагноз рак легкого и получала лечение эрлотинибом и имела вот такую
клиническую картину. Пациентку длительно лечили от проявлений кожной токсичности системными препаратами. Это был и доксициклин 800 мг в сутки, и преднизолон. Но никакого эффекта не было. То есть в данном случае пациентке было приостановлено основное лечение противоопухолевое. Ну и, соответственно, конечно, никакой нормальной жизнедеятельности в таком состоянии речи быть не может. Что мы назначили пациентке и в короткие сроки, в принципе, получили неплохой результат. Доксициклин мы снизили до 200 мг в сутки, оставили системные глюкокортикостероиды и назначили наружные топические глюкокортикостероиды плюс пимикролимус. За неделю состояние кожи значительно улучшилось. Здесь важно не забывать, что все-таки дерматологические реакции, они требуют топического лечения, помимо системного. И зачастую это оказывает больше положительный эффект, чем системное лечение, если того не требует. Пациент, который получал ингибиторы GFR, также обратился с высыпаниями распространенными на коже нижних конечностей, туловища и верхних конечностей. Назначен доксициклин 100 мг в сутки на 2 недели и топические глюкокортикостероиды. В принципе, вот здесь на предплечье видно, что за неделю высыпания уже стали разрешаться, и не пришлось ни снижать дозу, ни отменять препарат. Пациент получал и в дальнейшем свою противоопухолевую терапию и не имел уже таких проблем с кожей. Конечно, может быть, не всегда удается купировать полностью, но это значительно улучшает состояние пациента по коже. Что же мы можем назначить таким пациентам, у которых мы ожидаем появления акноподобной сыпи? Безусловно, солнцезащитные средства, это мягкие моющие средства и лечение сопутствующих заболеваний кожи. Ну, помимо всего прочего, то, что вы видите на слайде. Также у нас есть пациенты, которые находятся в группе риска. То есть это те пациенты, которые уже имели такую сыпь в анамнезе. Это пациенты, которые получают комбинацию лучевой и химиотерапии, и пациенты, которые, у них нет возможности прийти на консультацию к дерматологу или, может быть, так часто получать консультацию онколога. Таким пациентам мы должны назначать сразу доксициклин в дозировке 100 мг в сутки, еще до начала каких-либо проявлений. Если мы видим пациента с первой степенью кожной токсичности, для всех пациентов это, конечно, мягкие моющие средства, обязательно топические глюкокортикостероиды, не забываем, не назначаем никаких раздражающих средств, ни средств для лечения прыщей, обязательно топические глюкокортикостероиды. В дальнейшем это такролимус или пимикролимус на длительное уже использование до 6 недель. И пациенты с преимущественным поражением кожи лица, конечно, это также доксициклин, потому что, почему здесь выделено, наверное, с преимущественным поражением кожи лица, потому что именно высыпания на лице значительно пациентам снижают качество жизни. Они не могут выходить на улицу, вести привычный образ жизни, даже несмотря на то, что противоопухолевая терапия будет давать положительный эффект. Вот как бы с кожными проблемами пациент может вот остаться в таком состоянии. И эти пациенты остаются с лечением теми препаратами, которые они получают, в стандартной дозе и динамическом наблюдении. Дозу мы не снижаем, продолжаем лечение. Пациенты со второй степенью токсичности получают также топические стероиды, дерматотропные средства и доксициклин 100 мг в сутки. По длительности применения доксициклин, стандартное, конечно, наше назначение это для начала 2 недели, но мы можем продлить назначение доксициклина на более длительное время. То есть здесь в данном случае мы не боимся этого препарата. Что касается противоопухолевого лечения, то здесь также доза не снижается, продолжается лечение противоопухолевым препаратом. Третья степень токсичности – это уже топический глюкокортикостероид, это доксициклин, это системные глюкокортикостероиды, преднизолон. И на сегодняшний день
в рекомендации вошел препарат изотретинаин. Это для тех пациентов, у которых мы уже не видим эффекта от назначения топических препаратов, от назначения доксициклина и системных глюкокортикостероидов. Противоопухолевую терапию продолжать надо. И дополнительный инструмент у нас – это изотретинаин. На также длительное назначение, наверное, в принципе, даже мы этот препарат уже и не отменяем. Это 20-30 мг в сутки. Не забываем, что препарат нельзя совмещать с тетрациклинами. И уже если речь идет о третьей степени кожной токсичности, здесь, конечно, речь идет о редукции дозы или отмене препарата. Что касается пациентов с тяжелым четвертой степенью токсичности, это, как правило, токсические эпидермальные некролизы, синдром Стивена Джонсона, там уже пациент требует стационарного лечения, отмены препарата, назначения системных глюкокортикостероидов, но такие состояния тоже, в принципе, неплохо купируются, но профилактировать их мы не можем. Наверное, что мне хотелось сказать в заключение, что такие пациенты, конечно, должны по возможности перед началом противоопухолевого лечения по возможности посещать дерматолога на предмет того, чтобы назначить это профилактическое лечение и чтобы пациент мог в дальнейшем получать полноценное лечение противоопухолевое. Но и справляться с состояниями более легкими первой и второй степени, конечно, может и врач-онколог, если позволяет ему время и время у пациента, потому что все-таки записаться иногда не так просто. Да? Может быть, проще иногда попасть и к дерматологу. Ну и также повторю, что в данном случае своевременная профилактика этих осложнений дает возможность продолжать противоопухолевую терапию и продлить жизнь пациенту. Спасибо за внимание.